Спасатели с новыми силами начали поиски обломков и жертв авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны в Черном море. Случилось это после того, как на побережье были обнаружены фрагменты фюзеляжа самолета, их выбросили волны. Самолет потерпел крушение 25 декабря, напомню, при вылете из Адлера. Лайнер упал в море. Активная фаза поисковой операции продолжалась до 29 декабря. В ее ходе на поверхность подняли, например, двигатель разбившегося лайнера и два черных ящика. После этого на месте катастрофы осталась работать сокращенная группировка спасателей. О ходе операции нам готов рассказать гражданский корреспондент Эмиль Тимурбулатов в прямом эфире из Адлера. Сегодня утром, после того, как я проснулся, я поглядел в окно и увидел, как плавают корабли. Спросил у местных, и они мне ответили, что сегодня или вчера были найдено пассажирское кресло на берегу моря. И так вот, я